В дружеской обстановке в Музее Ассоциации военнослужащих, уволенных в запас и отставку «Перспектива», состоялась встреча представителей Координационного совета Ленинского района и главы муниципалитета Валерия Венцеля. Председатель правления Василий Сафронов показал гостям комнату воинской славы и рассказал об экспонатах. Отдельное внимание Василий Яковлевич обратил на погибших на военной службе земляков. На флаге российском, значит, размещены фотографии ребят, которые погибли в Чечне. Глава Ленинского района Валерий Венцель поблагодарил руководителей общественных организаций за их работу по патриотическому воспитанию молодежи. Было принято решение развивать музей и наладить еженедельные школьные экскурсии. Также Валерий Николаевич поздравил присутствующих с новогодними праздниками. Я еще раз всех благодарю за совместную работу, за соработничество. Сейчас такая самая приятная пора, предвкушение Нового года. Мне кажется, оно даже лучше, чем сам Новый год, потому что куранты прозвонили, и все. Праздник закончился. Началось застолье, и там и все. После там, первое, второе, оно уже смазывается. А вот эти именно вот последние недели, она самая желанная. Председатель Координационного совета Феликс Джамалиев презентовал музею книгу о знаменитых татарах Московской области.